нарисовали. И действительно, как Сергей Валерьевич сказал, это бум инвестирования пошел именно в объекты ТКО. У нас заключено одно крупное концессионное соглашение, и уже сейчас на повестке в ближайшие 2 месяца мы заключим еще 3 концессионных соглашения по строительству мусоросортировочных комплексов. Какие, то есть, можешь просто сориентировать, то есть это какие цифры с точки зрения обработки ТКО? Это 100 тысяч, 200, 300? Меньше. Меньше, то есть это небольшие? Это 52 тысячи, это 58 тысяч. Я же говорю, что здесь у нас отходов столько нету. Самые крупные это у нас там 200 тысяч, это Владивосток, Уссурийск 100 тысяч, но это агломерация, это безусловно не только город, но это близлежащие территории. Но это значит, что в концессии через тариф это, ну, отбивается, да, инвестор? А вы даже знаете, на самом деле мы тоже нашли для себя такую вот фишку, такой секретик. На потребителя погрузить все кап-затраты мы не можем, потому что у нас и так тариф достаточно высокий на Дальнем Востоке на коммунальную услугу. И для малого бизнеса это, кстати, очень тоже неподъемная история, ну и для населения. Мы приняли решение 2 года назад, шли к нему, потому что у нас есть закон о региональном льготном тарифе на тепло, на электричество, и теперь это льготный закон, который защищает тариф для населения на обращение с ТКО. И таким образом мы перекладываем с населения вот эту финансовую нагрузку, ну а региональный бюджет. Поэтому эта статья защищена. Речь идет теперь только об объеме расходов, потому что мы понимаем, что сейчас этот объем понятен, но когда у нас будет новые и новые заключаться концессионные соглашения, у нас этот объем расходов будет значительно расти. Но тем не менее у нас есть понимание, что эти средства мы обеспечим, и, конечно же, это большой плюс. Но, возвращаясь опять же к показателям нацпроекта, если с сортировкой нам более или менее все понятно, то с утилизацией это достаточно проблемный вопрос, потому что на сегодняшний момент все рынки сбыта ВМР, они удалены от дальневосточных регионов, и Приморский край, наверное, тут еще в привилегированном положении, потому что на самом деле мы воспользовались таким предложением и заключили вот с ППК РЭО соглашение о строительстве экотехнопарка на территории Приморского края. Это, наверное, большой плюс для нас, для той отрасли, которую мы будем формировать. Сейчас у нас есть уже несколько производителей, которые используют вторичное сырье в производствах, но мы пытаемся сейчас услышать их запрос. Конечно, они очень рады, что будет такая площадка. Уже даже есть 5 соглашений, которые предварительно заключены с этими производителями. Но вопросы все-таки стимулирования, поддержки построения новых технологий переработки и обеспечения объемов, вот это два вопроса, которые нам задают эти представители новой отрасли. Очень логичный вопрос. Очень логично. Поэтому они говорят, хорошо, мы благодарны, что вы нам дадите площадку, но мы хотим какую-то льготную кредитную ставку на развитие бизнеса, мы хотим от вас получить возможность покупки технологии по льготному какому-то, опять же, кредитованию, либо меры финансовой поддержки для такого бизнеса, который будет сталкиваться со множеством рисков. Потому что, опять же, первый риск – это объемы. И здесь вы правильно подчеркнули, это наши коллеги, наши соседи, это Сахалин, это Камчатка, там, конечно, меньше людей проживает, чем в Приморье, это Хабаровск, который где-то аналогичен по численности населения. И, наверное, здесь целесообразно об этом говорить, потому что сейчас у них логистика не только съедает всю стоимость ВМРа, но она просто отрицательная. И, тем не менее, мы столкнулись с другим вопросом, коллеги. Когда в СМИ поступили вот эти первые обсуждения, что это будет крупнейший экотехнопарк федерального уровня, люди, которые населяют близлежащие территории, они стали раскачивать проблему, что к нам поедет мусор со всего Дальнего Востока. И мы сейчас столкнулись с этой проблемой, что нам сейчас надо решить, как правильно преподнести, как популяризовать это движение, ну и каким образом мы дальше будем двигаться, потому что, ну, это может попасть в нехорошие руки и раскачаться до такого серьезного негатива. Вот. И мне все-таки хотелось бы еще обратить внимание на то, что мы как регион стараемся вот какую-то региональную особенность все-таки
проявлять. И в течение 2 лет мы развиваем раздельный сбор отходов. В основном это, конечно, крупная агломерация. Понятно, что это не отдаленная территория, это Владивостокская агломерация. Уже 1500 контейнеров для раздельного сбора установили. И в городе Владивостоке уже каждый третий двор оборудован такими контейнерами, где жители сортируют и приносят те... Это по фракциям или это двухпотоковая система, как действует в Москве и в области? Я имею в виду смешанные отходы вторсырье или это больше, это пластик, стекло? Это дуальный сбор, то есть то, что можно переработать. Мы не стали идти в более глубокую сортировку. Да, потому что понятно, что это сложно еще пока психологически для людей, но тем не менее это поддерживается. Кроме того, мы открыли пункты сбора отходов, где можно принести еще и опасные отходы, потому что рынки сбыта и переработки, они существенно удалены, это сейчас очень дорого. И опять же, вследствие реформы не все понимают, куда можно сдать те же батарейки. А они собираются практически в каждом крупном доме. И здесь мы открыли вот эти пункты сбора таких отходов. Они пользуются сумасшедшей популярностью. Я считаю, что это тоже неплохое как бы начало, неплохой задел, потому что наш конечный результат – максимально дать возможность нашим утилизаторам какими-то объемами располагать. Иначе мы не разовьем бизнес. Поэтому, подводя итог, могу сказать, что все не так плохо и печально, даже несмотря на то, что дальневосточники испытывают совершенно большие проблемы с отсутствием и квалифицированных кадров, тем более вообще отток населения у нас положительный, ежегодный, мы еще пока его не остановили. Но государственная политика федеральная нацелена все-таки на закрепление на Дальнем Востоке жителей и увеличение этих жителей, потому что сейчас геополитическая ситуация перевела основные рынки международные все-таки в азиатские регионы. Это тоже большой плюс, мы тоже будем, наверное, пользоваться вот этими приятными особенностями для нас на сегодняшний момент. Но, тем не менее, хотим первое подчеркнуть, что отрасль утилизации отходов нуждается в дополнительном стимулировании. Это раз. Просим, конечно, и вас обратить внимание на этот вопрос. Второе. Необходимо внести соответствующие изменения в законодательство. Это 44-й закон, 223-й, чтобы приоритет продукции, которая содержит в себе вторичные материальные ресурсы, мы могли совершенно четко давать при закупках по госконтрактам, по муниципальным контрактам. На сегодняшний момент, вот это серьезный момент, мы понимаем, что будет вопрос потом подтверждения легализации все-таки, но тем не менее это нужно сделать. Ну и третье, это экосбор, вот уже тему эту затронули, экосбор, распределение этого экосбора. Здесь, надеюсь, будет принято решение по преференциям для тех, допустим, резидентов экотехнопарков, которые будут базироваться и идти в риск вместе с нами. Спасибо большое.